Так, страшный сон будет присниться, капец. Так страшно, сейчас страшнее. Некуда сон приснился, это вообще капец какой-то. Ты открывайся. Приснился какой-то обокрали, это вообще непонятно как-то. Обосвай, что у меня здесь за одежда. А, это был не сон. Пошел я на ночную вылазку, потому что мы уже, я уже 100 лет не вылазил. Ну, надо сказать, откуда это все, я своровал с самолета, поэтому мне прям топ как повезло. Пошлите. Вот если кто не видел, вот здесь вот у нас, ну кто мог не видеть? Здесь у нас, конечно, костер, у меня здесь костер. Ну кто мог не видеть, объясните мне. Камень, земля, объясните мне, кто мог не видеть? Только я. Ой, подождите. Я забыла одну вещичку, которая нам пригодится. Это костер. Спичка. На всякий. Если пугать мы сегодня животных не будем. Давайте пойдем на охоту. На охоту нам надо, мне надо пойти вот с этим. Броник. На всякий. Так. Пробую так. Yes, получилось. Теперь надо нам под дерево какое-нибудь сесть. Вообще ничего не видно. Мы под какое дерево. Что? Мама дорогая, кто воет? Что, пришло возле коровок? Коровки, не бойтесь меня. А, да, получается возле. На всякий пазик, чтобы если что, на весь можно закрывать костер и вообще вновь. Мое место будет осталось это. Остался я здесь один. Осел.
хорошо. Уже я. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Вот чисто я всегда хотел бомбануть вот эту фигню. Блин, свершилось. Там мне говорили, когда я покупал это в общем городе, мне говорили, что там 400 килограмм пороха, так что взорвать она может нехило. Давайте подожгем. Миша, давай поджигай. Быстро, раз, три, ой. Фак. Блин, походу это было жестко. И да, они не были правы. Они были правы, что здесь все чистюр. Кстати, у меня была такая мечта спалить вот эти вот деревья. Они уж очень портят вид. Привет, носорог. Носорог выкрывал. Пойдем. Что? А, я горю опять. Что такое? Что произошло? Походу исполнил свою мечту. Да? Да, я, наверное, исполнил свою мечту. Блин, как же они здесь плодятся? О, почему я... Что вообще произошло? Так, нифига не помню. Блин. Это реально жестко было. Блин. Плохо, что я не имею компас. Сейчас бы было намного проще. А, думаю, мой дом там. Пантера. Блин, у меня нет сил, чтобы подождать.
Хотя, может быть, что? Как она меня увидела? Походу, я нашел их всех слабость. Это огонь. Походу, это был огонь. Бычков не будем убивать, кобылу убьем. Я лажу сюда. Что? Что? На кого идешь? Скажи мне, на кого ты идешь. А она сейчас придет. Короче, походу, я думаю, что у меня дом не там. Мне такая, что куда я иду, туда у меня и дом. Ладно, думаю, завтра. Завтра, походу, будет великое путешествие. Было бы все так просто, если бы мог вот сказать или телепортнуться в дом. Но это сказочки. Это все сказки. Чтобы, может быть, спалить, если спалим. Березка нам будет ломаться? Так, ладно. Как я понял, ломаться. Ладно, все. Допалили, хватит. Кстати. И как я понял, что... Что это яйцо? Уточки? О, уточки. Я, короче, дома у себя поселил уточку. Прямо сейчас возьму. Здесь, естественно, мои любимые коровки пасутся. Ой, мама дорогая. Что? Что? Тупая. Естественно. Так. Thank you.
Теперь коробки безопасности. У меня прям совесть, я не покажу то, что надо. Сделаем просто сейчас ластовую пшеницу, потому что столько много будет, как будто они... Все, вот так вот. Надо своих порадовать коровок. Надо... Я сейчас на самом начале выбраться на мыть. А вон они едят. Попробую сейчас забраться... Так. Что у меня здесь уходит с этого? Здесь я прямо прокачался. Здесь переход мой. Захожу наверх. Ну и, естественно, порадую и своих коровочек. Подождите, стоп. Они за мной могут пойти? Они будут ходить? Ну ты конечно они дохнуть тоже хотел. Кушай. Я думаю, от завтра к этому озеру схожу. А естественно. Завтра к этому озеру. А потом уже в путешествие. Как-то странно, что у меня рюкзак такой прям бесконечный. У меня ощущение. О, все, я все понял. Я все понял. Что такое? Это этот. У меня такая странная, как странная, страшная. Но я и никто другой придумал. Вот что ходит. Ждите. Смотри. Смотрите, земляне. Солодочку мы выпустим, да? Мне еще бесконечно надо перепутать. Как? Кто это где? Надо кое-какие эти сделать. Блин. Сладкий. Надо покобить, почему это так все? Вот такой вот себе домик отбахну, чтобы меня больше не заливалось.
принципе, вот такая вот, какая-то фигня получилась. Ну ладно, от дождя, думаю, можно спасти от дождя. Еще пока девушка бесконечная. Человека. Вот, это не повезло никуда. Чисто моя домашняя утка. Естественно, здесь, чтобы наша домашняя утка вылетела, можно сделать такую дичку. Вот так вот. Так. Что здесь нельзя будет? Ой-ка. Здесь можно взять типа такой этот. А, пойму сунуть. Это люк я поставлю в другой стороне. Думаю, здесь вот. Утка. Надеюсь, не сохнет. Че, издеваетесь? Она бомбит. Че, надо сохнуть уточек. Ну ладно, жизнь тогда. Есть какашечка. А это, думаю, уточку веду. Когда-то у меня была уточка. Ладно. Ладно. Все. Лягу спать. Я думаю, все будет хорошо. Какая же все-таки сегодня напряжная днище была. На всякий случай, это уже воровали все, так что на этот раз мы будем готовы. Так. Оригинально. Оригинально Watson, конечно, но... Так, вот он. Почему у нас столько много оружия? Можно купить арбалет? Я, честно говоря... Но я кучу заряжу, а то вдруг кто да бахнет как-то. Ладно, все. Раз, два, три.